Молли Дальма, дамы и господа, меня зовут Джей Си, и сегодня мы с тобой посмотрим новый видеоролик от Дэшнова под названием «Я был ужасным ребенком». Поехали. Знаете, в детстве я был агрессивным ребенком, но таким я себя не считал, потому что просто не понимал. А почему вода была зеленая? А что нельзя? Что можно делать, а что нельзя? И за все это время я открыл очень много всякой фигни, которые сегодня буду рассказывать. Давай. Но не стоит этого повторять, ведь мало к чему это приведет. Возможно, если бы я сейчас встретил себя мелкого, то я бы себе точно не понравился. Эй, ты, да, ты мне не нравишься. Я считаю, ты очень плохой человек. Я из тебя вырастить, ну, максимум. Ты куда пошел? Блин, у него, кстати, голос прикольный. Воу. У него голос прикольный. Я вообще не делал реакции на Дэшнова. Я вообще правильно произношу его имя, нет? Пусть это будет мое первое видео. Кстати, на реакцию почему Дэшнова. Почему не подписаться на мой инстаграм или группу? Ссылки все снизу, можете перейти. Подпишусь. Да, Леонид? Ой, ты спишь? Ребят, тогда будем говорить шепотом. Он просто плотно поел после прошлого видео. И сейчас его лучше не будить. Он такой проглот. Вы бы его видели. А еще ставь лайк. Он такой проглот. Спускайте заставку для темы. Да, хорошо, давай. Давай. Эй, Миша, что ты делаешь? А что, оно не делает ничего? Да ты просто меня двигаешь, Миша. Двигаешь, сам попробуй. А ну это... Да что там написано-то? Позови Артема. Миша, позови Артема. Он сейчас все починит. Немного развороченно написано. Ладно, я так понял... Заставку потом покажем. Итак, в детстве я очень любил насекомых и любую растительность. Но, так как тема видео, каким я был ужасным ребенком, я думаю, вы понимаете, что это не в хорошем смысле. Я постоянно с помощью воображения преувеличивал многие игры. И игры с растительностью тоже. Например, я брал какую-то палку, желательно от дерева соседа, чтобы потом он злился, кто ломает его сливу. А это я решил палку использовать для очень важных дел. Это говно? Так вот, я брал палку и сражался с кустами. А я с крапивами. В моей голове это было примерно так. Послушай, ублюдок, мне кажется, ты чертовски слаб. Это он не озвучивает? Ты не умеешь сражаться, как истинный мужчина. Или нет? Что, правда? А мне кажется, твоя техника зеленых лист проигрывает. Да, это он озвучивает? Удар безумной палки. Блин, голос слишком прикольный. Раз ты такой смельчак, давай проверим, кто из нас лучше. Оно тупое. Для меня реально это было интересно. Типа, я мог неделями бить кусты и веселиться. Недавно была в цирке, там так лучше. Красиво. Вот бы вместе туда сходить. А я недавно была в аквапарке. Очень было весело. Советую всем. А ты что? А я кусты бил. Знаете, возможно, вы с меня посмеетесь, и это будет правильно, потому что я сам не знаю, почему мне это нравилось. Но с насекомыми было ровно то же самое. Эй, ты что, нарываешься? А с какими именно насекомыми? Я смотрю, ты хочешь драться. Блин, вот этот голос вообще прикольный. Вижу, ты опытный боец. Да, недавно сражался с одним воином. Смотри, какой мне шрам оставил. Тогда, может, сразишься со мной? Почему бы и нет? Вспоминая это сейчас, я думаю, боже, что со мной было не так? Почему мне это казалось интересным? Можно же было занять себя вещами намного интереснее, чем тупо бить кусты у себя же во дворе. В общем, проехали. Сейчас но я это вам лучше, расскажу чем более просто интересную сидеть за историю. Компьютером. Внимание! Заставка. Ну, я вроде тут починил, хотя уверен, что мы где-то пропустили. Миша, ты где лазишь? Что ты пьешь? Ты что, турнами туда бензин сливаешь? Боже, быстрее, Миша, помогите. В общем, сегодня без заставки. Ну, вот только не надо сейчас в меня кидаться тапками, но как-то раз я за один год потерял 11 телефонов. Да, я сам не знаю, как меня терпели за родители, 11... но мне продолжали покупать телефоны каждый раз, когда их профукивал. Что, ожидайте какой-то невероятной истории? Да. Я тоже. Было все намного хуже. Я просто гулял на улице, у меня выпал телефон из кармана, и я шел дальше гулять, а потом возвращался, видел какой-то телефон и думал, кто-то потерял телефон, но не буду его трогать, а то вдруг его кто-то ищет, и просто шел дальше. Это серьезно так у него было? Было все плохо. Но вы спросите, Дэш, окей, так ты потерял один телефон, но как ты еще 10 просрал? Ну, в целом было все примерно так же. Тупо. Я мог пойти купаться и забыть выложить телефон, мог пойти играться со Славом в саду и намочить его, терял телефоны из-за дырок в кармане. Причем большинство телефонов я потерял из-за этого. И мне не приходила мысль, что ой, у меня же там дырка, возможно, мне не нужно просто туда телефон. Не было. Нет, зачем вообще думать? Можно же просто положить телефон в карман, и позже в какой-то момент он упадет. Это гениально!
Ты тупой! Хоть мое детство было ужасным для остальных, но лично мне было весело, наверное, потому что я многих вещей не понимал. И когда вырос, понял, что черт, ну я был дурачком. Это же детство, зато есть что вспомнить. А сейчас я не знаю, как проходит детство у детей, ведь сейчас я технологии с компами и телефонами с детства. У меня лично этого не было, так что раньше было веселее. А всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока. Goodbye. Ну, мне понравилось. Мне нравится. Я думаю, я буду продолжать делать на него реакции. Он прикольный человек. Вообще, мне этот видеоролик безумно понравился. Я люблю смотреть аниматоров, которые рассказывают что-то из своей жизни. Ну, в стиле анимации я это имею в виду. Я думаю, то, что я буду продолжать делать реакции на Дэшнова. У него прикольный голос, он прикольно рисует. И вообще, он классный парень. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии, как вам этот видеоролик от Дэшнова. Понравился ли он вам или нет. Всем пока.